Предания старины вновь прозвучали в Саранске. Фольклорный международный конкурс – это совместный проект этнографической студии «Мерима» и 10-го канала. В течение года мы вместе с народными коллективами снимаем материалы в районах и селах Мордовии, а раз в год ансамбли России собираются в Саранске, чтобы представить самобытное искусство. Подробнее о празднике Татьяна Бебинова. Фестивалю «Предания старины»! «Предание старины» – конкурс-фестиваль, который длится 2 выходных дня. День конкурсный и день, когда артисты приходят в центр столицы Мордовии и поют самые красивые народные песни на русском и мордовских языках, удмуртском, марийском, на языке сету, как было в этот раз. Для всех это красивый праздник встречи культур, в основе которых память своих истоков. Мы не часто ездим по таким фестивалям, а это еще международный. Мы очень с удовольствием приехали сюда, очень хотели, так как познакомиться с другими коллективами, посмотреть традиции, танцы, костюмы. «Предание старины» – молодой фестиваль. Ему теперь 2 года всего. Но он набирает творческих сил и расширяет географию участников. Профессиональные и больше самодеятельные артисты, кто всей душой любит народную песню и готов ее петь всегда для себя и для людей. Ансамблю народа сету Мадары всего 3 года. Лет 20-30 назад об этом малом финно-угорском народе даже не принято было говорить. Но теперь сету вовсю взялись сохранять свои традиции. Екатерина Модина – идейный вдохновитель этого международного фестиваля. Считает, что собирать такие народные коллективы в Саранске – это значит делать жизнь в Мордовии богаче в синтезе песенного и танцевального искусства разных народов России. Вот теперь, когда фестиваль уже идет, нам очень от этого радостно. Мы вновь готовы встречать. У нас уже большие планы, новые цели, да, появились. Опять так, мы уже заговорили. Сегодня мы, значит, проводим гала-концерт, а завтра мы уже думаем о 3-м международном фольклорном фестивале-конкурсе «Предание старины». «Предание старины» – фестиваль многообразия фольклорного искусства. У артистов из народа в части не только гармонь и балалайка, но и трещотки, и гусли. Редко когда можно услышать этот древний уникальный инструмент. А мы дадим вам такую возможность. 10-й канал снял полную версию фестиваля «Предание старины». Его мы покажем в самое ближайшее время. Татьяна Бебинова, Мария Кочеткова, Александр Зюзяев, Григорий Денисов и Сергей Бебинов. Наши новости.